Друзья, мы находимся на мировом покерном туре в России. Рядом со мной Вадим Шлёц, победитель, между прочим, главного события в SOP Socket Russia. Ну, в этот раз у тебя удалось не перепутать. Как низко. Ты думала, я с третьего раза не смогу? Вадим, где хранится кольцо? Дома. Просто. На почетном месте? Не, ну до этого лежал на столе, сейчас уехали, просто положил в ящик. Ну тогда, на почетном, передо мной всегда, когда играю. Вдохновляет? Ну, как бы частично, да, но с другой стороны, редко вспоминаешь уже об этом, когда прошло полгода, и уже думаешь о новых победах. Оно как бы не то, что воспоминания стираются, но как-то все остывает, и уже ждешь новых достижений, чтобы мотивировали, вдохновляли. В камеру это не видно, но зато смотри, какой огромный кубок стоит для чемпиона главного события. О, да, это знакомый мне кубок, да. Знаешь, рядом с кольцом таким. Такой не, поставить. Но этот не дают, но этот со всеми именами, дают похоже, да, я знаю. Вадим, мой друг как раз осенью выиграл такой во Флориде. Да. Так что будем надеяться. Вадим, во-первых, поздравляю с заносом вашей команды. Спасибо большое. Паша Векслер 4-е место сделал в главном событии PCA. Да. Будете как-то отмечать это? Ну, я думаю, что мы еще не скоро увидимся, но думаю, что самое раннее в Барселоне в марте или уже в Вегасе. Но да, конечно, отметим. Я уверен, что они уже там компании отмечают. Нас просто там в этот раз не было. Ну, смотри, у вас в команде и классные события происходят, и не очень. К не очень перейдем. Расскажи, почему... И зачем? Догадываешься уже, судя по улыбке? Ну, надеюсь, что догадываюсь. Как вы приняли решение подписать Михаила Семина? А, в этом плане. Ну, это я уже худшего боялся. Я шучу, Мишу я очень люблю. Ну, как бы да, с Мишей Миша на самом деле в шутку это сказал, как он сам написал еще, я думаю, полгода назад мы это обсуждали. Ну, вот решил наконец-то взяться за ум, поработать над игрой, понял, что мы лучшие и пришел к нам. Ну расскажи, кто? А почему мы взяли это уже? Миша? Он кто? Ну, он наш член команды, игрок наш. Будет теперь представлять нас вот тут тоже. Думаете, занесет что-нибудь? Надеемся. Рискуем сильно, конечно, но на что делать? Слушай, я хотела шуточку отмочить, через сколько секунд вы пожалели о своем решении, но про риски тоже неплохо. Скажи, как попасть в вашу команду? Ну, на самом деле, нужно лишь... хорошо играть, в плюс, играть в онлайне, потому что команда фокусируется в основном на онлайне, быть адекватным человеком, хорошо общаться, быть командным игроком и наигрывать хорошую дистанцию в онлайне именно. Ну, вообще все как бы детали этого есть на нашем сайте, не буду рекламировать, но там название команды .pro. Вот, в принципе, если что, обращайтесь, отвечу на все вопросы, но особых требований нету на самом деле. Сейчас ты уже принял участие в первом турнире WPT, в турнире Opener. Как пока еще принимаю. Понимаешь, ну уже же начал. Как складываются первые уровни? Да все пока хорошо, рабочие раздачи, все классно. Поляна пока хорошая, радует, поэтому будет весело. По крайней мере, рад вернуться сюда. Всегда сюда приезжаю с радостью и очень... По местам славы. Хорошо возвращаться, да. Ну, даже не только поэтому. У меня с первого раза, когда приехал сюда почти уже 2 года назад, понравилась и атмосфера, и организация, и все. Классно. Спасибо большое. Сейчас мы тебя не будем держать, потому что перерыв все-таки недолгий. Друзья, мы продолжаем общаться с участниками первого многодневного турнира WPT, турнира Opener. Спасибо тебе, Маша. Всего доброго.